То, что вы видите, не национальный праздник азербайджанского народа. Это обычная, незапланированная прогулка по любимому городу президента Азербайджана Гейдара Алиева. И о такой всенародной любви, пожалуй, мог бы мечтать любой президент. Вы для нас что-то как Бог. Спасибо. Вся его жизнь, рассказывает, проходила на глазах народа. Он был всегда открыт, как на ладони, скрывать ему нечего. И всегда его радовало, что и в годы его политического подъема, и в годы опалы, когда его обвиняли, клеветали, преследовали, люди не переставали любить своего лидера, не забывали. А он знал это и чувствовал теплоту их сердец. Моя жизнь, она, в общем, связана с моим делом, но с моей республикой. Понимаете, и день, и ночь, вся моя забота связана с тем, что как-то вот сделать свою страну, свою республику лучше. И представьте, когда в 69-м году я взял на себя миссию руководить республикой, я и был очень обеспокоен, потому что я еще все сомневался, справлюсь ли я с этим. А вместе с тем я хотел сделать так, чтобы республику поднять. А я сумел поднять. И имейте в виду, впервые из Азербайджана представитель азербайджанского народа оказался в Москве, в Кремле, и стал одним из руководителей Советского Союза. В практике, говорит, Советского Союза такого не было. По тем временам случай был беспрецедентный. С поста министра государственной безопасности Азербайджана, а ему не было еще и 50 лет тогда, Алиева избирают первым секретарем ЦК. На вопрос, кто рекомендовал его на столь высокий пост, отвечает, что все очень просто. Люди оценивали его работу и выдвигали. Моя жизнь, конечно, была не гладкой. И в органах госбезопасности я сталкивался с трудностями. У меня были и взлеты, и падения. Кстати, иногда вот, кое-кто пытается это обыгрывать как негативную часть моей биографии, так? А я не считаю это негативной. Очень такая добрая, хорошая часть моей биографии. А вы конкретно, простите, я перебью, чем там занимались? Ну, знаете, я занимался больше разведывательной деятельностью, ну и контрразведывательной деятельностью. В Москву меня пригласили после смерти Брежнева, когда Андропов был генеральным секретарем. Там я 5 лет работал членом Политбюро, первым заместителем председателя Совета Министров. Ну а потом у меня в конце 87 года начался этап моей опалы, тяжелый период моей жизни. Он рассказывает, тогда заболел, попал в больницу, и его детям сказали, что вряд ли он выживет. Но он выжил. В конце 87 года подал в отставку, остался без жилья и, самое страшное, без работы. И вынужден был покинуть Баку. Улетел на родину, в Нахичевань. Но нападки преследования и угрозы продолжались. Преследования, нападки, ну, значит, клеветнические статьи стали публиковать в газетах. Ну, пытались охаивать в основном мою работу здесь, в Азербайджане. В основном пытались мою прошлую работу здесь очернить. Ну, а я должен сказать, что я тогда, вернее, наступили большие разочарования. Потому что, знаете, преследовать человека, который всю жизнь отдал, значит, делу, государству, народу, стране, это я не представлял, что так может быть. Хотя в прошлые времена были, в истории нам все это было известно. Ну и вот, это 3 года я прожил в Москве в очень тяжелых условиях. А когда в 90-м году ввели сюда крупный контингент войск в Азербайджан, вы знаете... Вы выступили против? Да, в Москве выступил против. И в знак протеста Гейдар Алиев вышел из партии. Вы представляете, для меня это... Мне ведь 20 лет было, когда я стал членом коммунистической партии и дошел до такой вершины этой партии, был членом Политбюро, их же было 10-12 человек, как один из них не был. И вдруг я ухожу из коммунистической партии.
чем открыто заявляю и обвиняю конкретно. Не просто я сказал, что мне не нравится, я ухожу. Есть письменное мое заявление, оно тогда было опубликовано. Почему я живу с коммунистической партией? Было нелегко, конечно, но... Вы такой мужественный? Я мужественный. Здесь, в Азербайджане, уже за эти 5 лет, сколько раз моя жизнь была на волоске. Но его всегда спасали Бог и народ. Люди, которые верили в него и которые в 93-м году попросили Алиева вернуться. Я отказывался, но когда уже митинги бесконечно требовали, я дал согласие. Вот так примерно, ну, как говорят, этапы моей жизни, это примерно и ответ на ваш вопрос, почему я такой патриарх, политики. Это с одной стороны я трудился, а с другой стороны меня и сама жизнь заставила. Он говорит, понимал, что положение в республике очень сложное, но его просило защитить его родина, его страна, его народ. А это для Алиева превыше всего. Как с мужем живешь? Хорошо. Да? А что ты плачешь? Будьте здоровы. Азербайджанец хороший муж? Знаете, сам 93-й год, когда я прибыл сюда, это был период, когда каждый день я мог быть убит, потому что здесь очень много не управлялось. Тогда были попытки пушкать для меня. Потом в 94-м, даже в 95-м году в марте, я уже явно, это вот отряд ОМОН, который имел большое количество оружия. И они уже были уверены в том, что они меня убьют. И тогда, конечно, эта ночь, когда они сделали такое сильное наступление для того, чтобы захватить президентский дворец, телевидение, Министерство внутренних дел, Министерство обороны. Очень тяжелая ночь была, очень тяжелая. И многие, между прочим, перепугались. А вы? Я заявил о том, что я здесь, на своем посту, до последнего дыхания, до последней капли моей крови. Я так и заявил сегодня. А вот сейчас говорили, что, может быть, есть очень много таких конкретных данных, что хотят меня, значит, физически устранить до выбора. Но, как уже сказал Гейдар Алиевич, он уже ничего не боится. И хотя человек он не религиозный, еще повторит. Свят верит Бог и народ защищает его. Президент Азербайджана не любит шумихи вокруг своего имени. Он скромный, говорит, обычный человек, а потому запрещает называть свою честь города, улицы, школы, горы. Все это знают, но называют. Любовь же безгранична. И в школах изучают нелегкий жизненный путь Гейдара Алиева. Преподаватели уверены, биографию своего президента дети должны знать, чтобы стать настоящими азербайджанцами. А настоящий азербайджанец – это тот, ну, кто привержен азербайджанскому менталитету, азербайджанскому характеру, азербайджанским национальным обычаям, национальным обрядам. Вот это настоящий азербайджанец. А еще за чашкой чая с вареньем из лепестков роз Гейдар Алиевич рассказал, что у азербайджанцев есть очень ценная черта – уважительное отношение к старшим. Я даже вот раньше даже удивлялся, допустим, я заходил, ну, когда мы были, моя супруга даже поднималась, так. Я говорю, ну, что ты поднимаешь? Ну, как-то вот так выработал, потому что она, когда, допустим, ее отец, когда заходил, допустим, с работы приехал, или заходил в комнату, из другой комнаты, она сидит, она поднимается. В общем, это у всех заложено, в крови, в характере. Вы сами свой характер знаете? Знаете, мой характер люди по-разному оценивают. Ну, люди-то ладно, они все разные. Они считают, что я, допустим, очень суровый, некоторые считают, что я такой жестокий. Ну, так. Но вместе с тем я считаю, что у меня хороший характер. Я очень уважительный к людям,
Но вместе с тем очень требовательный. Ну, я требовательный к себе, вы понимаете. Я к людям, к своему окружению, больше требовательности, чем к себе не предъявляю. Ну, вот это моя требовательность иногда квалифицируется как жесткость. Mm-hmm. Нет, я не жесткий. Я вообще-то милый человек, я думаю. Я верю. Милый человек Гейдар Алиев родился в трудовой семье. Отец его, Алирза Алиев, всю жизнь проработал мастером на железной дороге. Мать, Иззет Ханум, воспитывала детей и занималась домашним хозяйством. Это я. Сколько вам лет? Это здесь мне, может быть, 7 лет, не больше. Это мой отец. Очень такой мужчина был, гордый, достойный был. Сказал он, интересный мужчина, да? А Гейдар что? Перевод, если на русский перевести. Знаете, Гейдар — это вообще святое имя, имейте в виду, мусульманское. Это, в общем, если так его, что означает, это впереди идущий. Видимо, так было на роду написано. С детства быть всегда впереди, в авангарде. И в школе, и в архитектурном институте Гейдар Алиев учился всегда на отлично. Других оценок не было. Прекрасно, говорит, рисовал, и, как утверждали преподаватели, обладал весьма неплохими актерскими данными. Тогда очень популярны были это драмы Шекспира. Гамлета я играл. Гамлета? Да, Гамлета. Сложная роль. Да, Гамлета я играл. Ну, таких главных героев я играл. Таких, ну, положительных. Азербайджанцы говорят, что такие люди, как их президент, появляются в истории только один раз. Он умеет выслушать каждого, каждому помочь, легко общается и с сильными мира сего, и с простым чабаном. У Гейдара Алиева, как выяснилось, не бывает дней отдыха. С утра до позднего вечера он работает. И все это ради своего народа. Об отдыхе, говорит, остались лишь одни воспоминания. Вот я могу фотографию показать те годы, когда я очень пользовался морем за Баку. Это моя дочь и моя внучка. И успехом у женщин, наверное, пользовались. Я? Да. По-моему, да. Говорили. Спортом занимался в юности, плавал, гимнастикой увлекался. Сейчас позволяет себе выделить лишь 30-40 минут времени для утренней зарядки. Говорят, что вашей бодрости, энергии может позавидовать любой молодой. Так да. Откуда берете? У вас есть президентский рецепт бодрости? Нет. Знаете, если уж вас интересуют такие вещи, я должен сказать, что я никогда специально ничего не делал, не делаю. Для того, что я, например, диету не соблюдаю. Режим у меня особого режима. Такого вот строгого режима нету. Когда кушать, когда не кушать, когда спать, когда не спать, этого нет. Он очень беспорядочный режим жизни. Питается Гейдар Алиевич тоже очень просто. Специальных каких-то блюд себе никогда не заказывает. Вот очень любит варенье из лепестков роз. Хотите делать? Хочу. Положу. Я не пробовала никогда, честно. Это изумительное варенье. Меня варят варенье на целый год. Хватает? Ну, я же малый, каждый день вот я 2 стакана чая пью и больше ничего. Вот это вот, столько я вам положу, это мне моя дневная норма, бывает? Вот. Кстати, говорит, когда-то в молодые годы, будучи студентом, мог и приготовить себе сам. Что готовить? Знаете, я больше картошку жарю, яичницу делаю, так, вот. Но иногда, значит, мама моя присылала из Нахчевани, как в Нахчевани осенью жарят баранину кусками. И, значит, заливает баранину жиром такой большой кувшин. Вот мама иногда там банку мне присылала, вот я ее там разогревал там, в сковородке. Когда я был студентом в Москве. А как это блюдо называется? А? Коурма. Ну, коурма — это жареное мясо.
А возвращаясь к теме президентского рецепта бодрости, говорит, действительно, многие не выдерживают его темпа и режима работы. И, кстати, с 90-го года он не обращается к врачам. Я решил, что все, сколько я проживу, столько проживу. Я уже не буду больше там, что проверяли мой пульс, проверяли мое давление, что проверяли там, какое состояние у меня крови, или какая электрокардиограмма. Все, ликвидировали. И все. Хорошо, ну вы же можете простудиться просто элементарно. Врач, но слава богу, что у меня нет. Слава богу, что не происходило. Чуть-чуть у меня иногда кости болят. Это давно, еще лет 30 тому назад, говорят о том, что это кадавр, так иногда обостряется, болит кость иногда, так? Ну, 2-3 дня проходит. Так что смеется, пусть молодые политики продолжают завидовать. Гидарович, я за вас боюсь, вы весь к помаде придете. Чего это? Часто у меня бывает. Мне приходится потом вытирать. Но самая большая радость и бодрость Елизаветы – это его дети и внуки. Дочь Алиева Севиль и трое внуков живут в Лондоне, так как зять Гейдар Алиева – посол Азербайджана в Великобритании. Сын Ильхам – первый вице-президент государственной нефтяной компании. Верный помощник отца всегда с ним рядом. У сына тоже трое детей. Самый младший – гордый дедушки, похож на него и назван в его честь Гейдаром. Тоже прям станет президентом? Гейдар же? Ну, знаете, имя еще ни о чем не говорит. Но если мои гены перейдут, он может. Пока что я вижу, он очень такой умный мальчик. Гейдару Алиеву повезло. Семья, говорит, у него очень дружная и все очень скромные, несмотря на то, что их отец президент. Сын, к примеру, говорит, живет в обычной многоэтажке и о дворцах не мечтает. Да, ну он не с такими, понимаете, потребностями человека. Квартиры ему достаточно. Самому же Гейдару Алиевичу тоже ничего не надо. В его личной собственности нет ни квартиры, ни машины, ни дачи. Живет в государственной резиденции, где всего две комнаты и спальня наверху. Ну, а что надо, знаете, так скажу честно, вы поймите меня правильно. Мне нужна та кровать, на которой я сплю. И место, где я кушаю, там, стол, где я работаю. Больше мне ничего не надо. И только совсем недавно, 2 месяца назад, по последнему, говорит, новому закону, он как президент стал получать зарплату в $5000 в месяц. А до этого было всего $250. А тем не менее, ваши недоброжелатели постоянно ищут ваши несметные богатства. Да. В лондонских банках, тем не менее, тоже, кстати. Не найдут ничего, потому что их нет. Что же касается слухов о нем и о его семье, то, говорит, он ими сыт по горло. И давно на них не реагирует. Он выше этого. Он президент. И если честно, говорит Алиев, о чем он больше всего жалеет, так это о том, что уже 13 лет нет рядом с ним его любимой верной жены Зарифы Ханум. Ему было бы легче жить тогда на свете. Вот приходит с детьми или один на ее могилу и вспоминает их полную любви и доброты совместную жизнь. Часто и дома. Слушает музыку и смотрит на рояль супруги. Она, говорит, прекрасно играла. Можно задать вам нескромный вопрос? Конечно. А почему за столько лет вы не женились еще раз? Знаете, у каждого человека есть свои принципы. У меня такая большая любовь была. То есть я не допускал возможности еще иметь жену. Хотя, когда она ушла из жизни, мне было 64 года. А с другой стороны, моя привязанность к памяти супруги. И третье, моя привязанность к моим детям. Дети выросли. Дети выросли, у них свои семьи. Все равно они со мной. Впрочем, так же, как и все азербайджанцы. Они все его дети. Как ее зовут? Красивая девочка. Моя внучка тоже зовут Арзу. Гейдар Алиев знает, что говорят люди о их республике. В Азербайджане есть два богатства – нефть и Алиев. Правда, оппоненты тоже говорят, что есть еще и армия безработных, и коррупция. Это и следующие два богатства. Говорят, да. Ну, то, что есть безработные, это есть.
это не отрицаю. То, что есть коррупция, это уже есть, никто не отрицает. Но, понимаете, это реальность. Другой вопрос, как относится президент к этому. Президент всегда боролся с коррупцией и сегодня борется. Еще 29 лет тому назад, когда меня избрали руководителем Азербайджана, мои первые шаги были направлены на подавление коррупции, тогда еще. Ну, а что касается безработных, да, безработные есть. Это характерная черта переходного периода. Я думаю, что мы должны прожить это дело и пережить это дело. Свою профессию архитектора он никогда не оставлял. Вот показал, строит в Баку и, конечно, с ним советуются. А за эти 5 лет, по словам Алиева, он смог поднять жизненный уровень населения, выросла зарплата. 3 года как нет инфляции, развивается экономика, и тут иностранные инвестиции. А те, кто говорит, что это не так, просто лгут. Он знает, в основном слухи эти распространяет оппозиция. Скажите мне тогда, значит, в 93-м году практически 100% проголосовало за вас. Когда баллотируется на пункт президента. А на кого же опирается вот оппозиция в таком случае сейчас? Ну, это ну, те, которые сейчас выдвинули своих кандидатов. Да. Вот вы их имеете, да? Да. Ну, каждый из них на что-то рассчитывает. Я не знаю, на что они рассчитывают. Но вы в своей победе уверены? Да, безусловно, я уверен. На самом же деле, говорит Гейдар Алиев, власть для него ровным счетом ничего не значит, никогда не волновала. И если бы он знал, что есть человек, который смог бы в этой сложной обстановке республику вести дальше, он и не подумал бы вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Мне хватит, я 5 лет, я здесь стабилизировал обстановку, я остановил войну с Арменией, понимаете, я ликвидировал здесь все это незаконное вооруженное формирование. Правда, нажил себе много врагов. А почему не подумали о преемнике? Вы знаете, за эти 5 лет вряд ли можно было бы подумать. Потому что столько каждый день приходится решать вопросов, что думать о том, что вот, видите, я и это делаю одновременно, я должен найти преемника. А преемник, это же ведь не на улице валяется, он должен формироваться. Кстати, о врагах. Те, кто в годы его опалы, мягко говоря, делал ему гадости. По его распоряжению, говорит, они все были амнистированы. Вы знаете, я не то, что я добрый, я вообще добрый, но я не мстительный. Ну, нельзя же на такие действия отвечать такими же действиями. Я выше их стою во всех отношениях. Так считаю. Я все же глава государства. Я должен не прощать их. Да. Если у меня не будет этого качества, то я не могу управлять. А еще рассказываю, человек он не амбициозный, не конъюнктурный, постоянно совершенствуется и очень простой и доступный. В чем убедились все жители, когда Гейдар Алиев решил зайти в ближайший магазин и купить себе бритву-жилет. Я завтра попробую бриться и посмотрю, как это бреет. Лучше, чем у меня ее имеет. Если не лучше, я верну. Я шучу, конечно. А потом решил купить и новый галстук, хотя галстуки выбирает ему всегда дочь Севиль. Завтра я его одену. Ну, один раз, считайте, я вам выбрала галстук. Учитывая, что с вашим участием я его купил. Вот такой он, президент Азербайджана Гейдар Алиев. Человек, который при всей своей занятости успевает еще и сажать деревья. Он озеленил всю республику и обожает выращивать гранаты. Они поспеют где-то в октябре. Даже ноябре. Пришлите один гранат? Обязательно. А если нам сказали, президент обещал, пришлет обязательно.